Вот сегодня 6 августа. Остановились возле Игоря Барабаша. Поле у него тут горох посажен. Вот Сергей Павлович подъезжает. А! Это мы едем с Каренды, с яблок, с ягод, вернее. Горох! Роман нас привез, он стоит. Даже еще не весь поспевший он. Нам не припаяют? Не. Игорь разрешил. Хороший, химией побрызган. Хороший, очень вкусный и очень вкусный с отравой. Интересно, черви есть? У меня червян. У меня дома будет. За Игоря Барабаша помолись. Видите, барабаш надо наперед. Если кто найдет с червем, скажите. Что найдет? Чтоб червь был внутри. Для чего? Чтобы доказать, что мертвая, все черви не едят. Я находил суши. Все нормально. Он говорит, сухой, ничего нет зеленого. Давайте, собирайте. Грядка на горошечке не сравнение. Вместо семечек. А кто за комбайн не забирает? Конечно, комбайн. Берите, берите горох, ешьте. А ты сказал об этом. Коля, я спросил, как бы не забывать. Берем и гнать и тихо. Вот, я сюда набираю, как семечки. Я у Игоря спрашивал специально. Для себя. Ну, все. Я не пойму, что, Никита, не берешь горох-то? Не хочу. Съемщик, папарацци. Он здесь покос у братьев. Там, где тихо он. Бери горох, нет. Да, обязательно. Вот так вот, слава Богу, за все, аллилуйя.